становится по-разному. Можно полюбить рисование, увлечься и сделать это своей профессией. Можно встретить интересного человека и под его влиянием приобщиться к высокому искусству. А можно и так, как Василий Крыльников. Он очень любил своего отца, заслуженного художника Кабардино-Балкарии Николая Захаровича Крыльникова. Гордился им. Часто и подолгу наблюдал за тем, как вдохновенно и неистово работает отец. А потом, когда подрос, понял, что должен стать живописцем. Выпускник Ленинградского Демидовского художественно-графического училища при Академии художеств, участник многих всероссийских и всесоюзных зональных выставок, член Союза художников СССР Василий Крыльников сегодня работает в бывшей мастерской своего отца. В таких случаях говорят: «пошел по стопам отца». Нет, Василий Николаевич не повторяет отца, снискавшего себе добрую славу художника, ярко и поэтически воспевавшего наш край. Крыльников-младший ищет свою тропу в искусстве. Он уже может и щедро делится с любителями живописи своим пониманием окружающего, своей радостью и болью, сомнениями и оптимизмом. Его картины воспринимаются неоднозначно. Вокруг них почти всегда идут споры, а это значит, что в нашей республике появился еще один талантливый художник. Недавно я закончил несколько работ, которые посвятил, как бы вам сказать, животным, серии животным. Не знаю еще, как эту работу назвать, отнести ее к экологии, к охране природы. Ну, просто я сочувствую животным, которые попадают вот, в ситуации, в которых человек относится к ним с пренебрежением, можно сказать так, а так порой иногда и жестокостью. Остальные работы посмотрим, поживем, увидим. Родятся темы, увидим всех.